Не выходя из дома, получить разрешение на строительство или охотничий билет, зачислить ребенка в школу или детский сад, решить вопросы приватизации имущества и даже подать заявление в ЗАГС. Сайт госуслуги 92.ру позволяет быстро и без очереди воспользоваться больше чем 20 государственными услугами. За время работы в тестовом режиме сотни севастопольцев уже успели оценить новые технологии. Через портал за месяц заявление о регистрации брака подали уже больше полусотни севастопольских пар. Теперь, после проверки, сайт запускается официально и готов обслуживать всех севастопольцев. Тем, кому сложно самостоятельно разобраться с порталом, поможет МФЦ. Мы на базе многофункциональных центров, вот сегодня мы говорили с Владимиром Евгеньевичем, будем популяризировать, то есть обучать людей, наверное, создадим здесь такие тестовые рабочие места, как с компьютером, где можно будет получить элементарные начальные навыки. Плюс мы надеемся, что дети дома помогут своим старшим бабушкам, дедушкам, родителям в том числе пользоваться. Предполагается, что портал окажется полезным как для населения, так и для предприятий, оказывающих государственные услуги. Когда процедура требует минимальной информации, номера телефона, паспортных данных и адреса, то ее легче провести самому, дома или на работе. Стоит просто ввести в графы нужные цифры и слова. При этом человек экономит свое время и существенно сокращает потенциальную очередь в многофункциональных центрах. Такая практика уже давно действует и развивается по всей стране, рассказывает директор Департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций России Владимир Авербах. Ну, например, уже история с покупкой и продажей квартиры, если у вас есть не просто регистрация на портале услуг, а настоящая квалифицированная электронная подпись, такая флешка с токеном, с подписью, то вы уже сейчас можете через портал Росреестра купить и продать квартиру. Ну, то есть покупатель, продавец, имея эти квалифицированную электронную подпись, могут прямо не выходя из дома купить и продать квартиру. Большинство севастопольцев новость о государственном портале обрадовала. Оценили главный плюс – можно не стоять в очереди. Ну, конечно, было бы намного удобнее не тратить время, а выбрать удобно и все это сделать дома. Это, конечно, удобно, потому что это бы разгрузило операторов, были бы меньше очереди. Это удобно. Но все равно это время занимает через интернет в любом случае. Поэтому я его потрачу либо за компьютером, либо здесь. Может, за компьютером меньше, но я не думал об этом. Конечно, пользовались, ну потому что удобнее. Это надо с другого города ехать сюда, а там на месте можно сделать эти документы. Для того, чтобы воспользоваться всеми услугами портала, нужно обратиться в многофункциональный центр. При себе иметь паспорт и СНИЛС. Все, что нужно, зарегистрировать свою учетную запись и подтвердить личность. После этого можно пользоваться всеми возможностями не только этого регионального сайта, но и главного федерального портала. Анна Леготина, Александр Листопад, информационный канал Севастополя.